Немножко ошибся. Евангелие, которое было, я не до конца дочитал. На 6 стихов сократил. Вот. Поэтому сейчас я дополню это. Как-то так остановился. Ну, я прочитаю полностью сегодняшнее евангельское. Пришел Иосиф из Амрафеи, знаменитый член Совета, который сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. И он, купив плащаницу и сняв его, оббил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосифа смотрели, где его полагали. По прошествии субботы Мария Магдалина, Мария Иаковля и Соломея купили ароматы, чтобы идти помазать его. Весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба. И взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченную в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина распятого, он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам. И выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Слава тебе, Господи, слава тебе. Слава. Сегодня память совершается святой Жон Мироносец. Иоанн Златоуст говорит, лучшее поминовение, когда мы совершаем память, то подражать их жизни. Вот подражать женам мироносицам можно. Сегодня женский день для христианок. Объясним и чем. Вот они были жены. Как они после этого? Что? Пошли? Рано пошли от гроба. Увидели. Пошли ученикам сказать. Ну, боялись, говорит, естественно, страх был. Боялись. Но после мы, когда считаем жития святого, то видим, многие из них стали проповедницами, миссионершами были. Вот им и подражать. Поэтому всех вас сегодня я приветствую с этим христианским днем. Будьте подобны женам мироносицам. Посмотрите. Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Христу Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поэмы славим, Ибо и сынок наш, разве Тебе много не знаем, имя Твое милуем, придите вселенние, поклонимся святому Христову воскресению. Всего прийти Христом радости миру, всегда благословящий Господа, пое воскресенье Его, просвети Бог претерпит, смертью смерть разруши. Ангелы пияши благодатни, ангел попияши благодатни, чистая дева радуйся. И парки реку радуйся, твой сын воскресит три дневе на гроба, и мертвые воздвигнувые люди веселитеся. Светися, светися, новый Иерусалим, слава Богу Господня, мать тебе во сия. Грехуй, вини, веселися сегодня, ты же чистая, красуйся, Богородице. О восстании Рождества